Престольный праздник в честь иконы Знамения Божией Матери с участием архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама прошел в Знаменском соборе Хасавюрта, который по праву считается крупнейшим храмом Северного Кавказа и памятником архитектуры начала XX века. Поздравить православных земляков в праздничный день пришли первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов и председатель русской общины города Хасавюрт Геннадий Авраимов. Приветствую вас в городе Хасавюрте, в многонациональном городе, где сосуществует много конфессий. Сегодняшнее наше мероприятие тому подтверждение. Передаю слова благодарности за приглашение от главы города, от депутатов городского собрания. Хочу заверить и владыку, и отца Валерия, что администрация города будет тоже прикладывать усилия в том направлении, которое вы говорили, помощь этому храму, нашим прихожанам. Тем самым мы все добьемся того, чтобы увеличить православную. В приветственном слове архиепископ Варлаам выразил слова благодарности главе города за вклад в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения и любви к родине. «Все должны знать и помнить, что мы многонациональный и межконфессиональный народ, должны жить в мире, взаимопонимании и дружелюбии», – отметил Варлаам. Благодарю вас и передайте благодарность главе города за то, что он помнит о том, что у нас на самом деле многонациональный город и многонациональная республика, и многоконфессиональная, многонациональная наша страна. И все мы вместе должны быть, жить в мире, взаимопонимание, взаимовыручки, дружелюбие. К этому призывает нас Всевышний, к этому нас учили и наши деды, и прадеды, и родители. Поэтому дай Бог, чтобы у нас был мир, который надо нам всем вместе хранить, ибо мир всегда с трудом хранится. Всегда легко найти разногласия, и как бывает сложно в этих разногласиях найти точки соприкосновения и вернуться к миру и к дружелюбию. И этот мир мы должны хранить и его укреплять своими действиями и добрыми делами. Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».